Друзьяшки, мы продолжаем нашу эпичную Call Duty. У нас задание за Алексом, за Дэвида Мейсона. Уже судный день, 95-й год. Найти сектор Оксо. Время до цели 60 секунд. И готовы. Мы Карпер, в этой миссии будем летать. Все в порядке. Это будет круто. Все в порядке, сектор. Будь честен. Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. Я за уничтожение. В прошлый раз его уже брали живьем, и что? Да, лучше уничтожить его. Ну что ж, полетели, друзья. Эпик Мишин, ну что? Еле принесло. Воу, бомбят, бомбят. Нихера ж себе, наш улетел. А я держусь. На текстурку. Что нам делать? Прыгайте, прыгайте. Смы... What the fuck? Охрененно. Охрененно мы с вами прыгнули. Контролирую. Наверное. Ухожу. Ну, неожиданный поворот. Сценку, типа, как мы взорвались там, да? Контролируй снижение. Так, избежать столкновений с обломками ракет. Окей, я избегаю. Я избегаю. What the fuck? Почему так все бледно стало? Хожу. Я маневрирую. Мать вашу, я маневрирую, друзья. О, бля. Да как тут отойти от ракет, если... Господи. Начало Call of Duty начинается... Начало миссии Call of Duty начинается не с кофе, а вот грёбаного, блин... маневрирования. Вот я отхожу, видите, я отлетаю от них, можно сказать. Ай, блядь. Я от них отхожу уже. Ну все, я сейчас помру нахер от этого блика. Отлично, и как я тут должен отойти от ракет, если все размыленным стало? Ну я, короче, долетел. Или не долетел. Оп. Да. Окей. Теперь долетел. Нет, не хочу. Поддержки один, доложите обстановку. Побежали. Заняли позицию по западному флангу, сотое здание. Ага. Группа 2, вы на месте? Понял. Так точно, на то место, где у нас была тренировка, да? Понятно. Вас понял. Главная группа идет на юг. Связь по необходимости. Причем, друзья, мы должны пройти Call of Duty Black Ops все части. То бишь, я не шучу, даже третью Black Ops, которая выйдет в ноябре. Опять заговорился, мне сейчас опять будет. А, вот и нихера. Да понял я. Сейчас. Контрольная точка. Тихо, братки. Не стреляем в братка. Я свой. Наверное. А, точно, у нас же есть камуфляж оптический. Или нет? Нет, нихера. А где он? Спрашивается. Ёп! Дрон, сука! Мама! Боже, мама! Кошмар дрона, он меня в спину убил. Вот как крыса, а! Грёбаный козёл! Хорош. Тут, блядь. Все, что ли? Кто там еще? Так, ну-ка стоять, дайте-ка я погляжу все. Так, хорошо, контрольная точка. Вон там вон маленькая дрянь меня мочит. Лови гранату, козлина, и взорвись нахер. Ёп. Чуть тебя не позорвал. Бывает. Так. Ну хорошо, минус один дрон. Я же его сбомбил. Какого хера, спрашивается? А, вон еще один есть. Я, короче,
Я, короче, подхожу к цели. Вот цель. Точнее, вот цель. Ё, я в здании. Бляха, муха, да дайте вы мне нормальный нано-костюм, а? Что это за говно? Не, серьезно, где маскировка? Почему ее дали всего на одну миссию? Дали бы на эту миссию маскировку эту гребаную. Неужели это так сложно, а? Тут реально врагов завались. И больше. Они жадничают, блин. Не, ну это нормально вообще, да? По-вашему, это нормально? По мне, нет, это ненормально. Да совсем ненормально. Что они влетают вот так вот и начи... Отлично. Прекрасно. Это что, Обама, что ли? В будущем. Ладно, шутка про Обама неуместна была в этом прохождении. Сейчас отрубим тебе в голову, блин, козел. Так. Гранаты, ребята, гранаты. Замечательно. Просто в упор. Так. Понятно. Снайпер у меня, из меня сегодня хреновый достаточно. Давай, взлом. Прекрасно. Давайте мы немножко. Немножко мы с вами пройдем и продолжим. Фух, друзья, это было тяжело, но тем не менее я всех разбомбил. С первой попытки, не поверите. Что там у тебя? Можешь войти? Вот дерьмо. Рауль Менендес передает вживую через интернет. Он сейчас онлайн. Опа. И мы должны расплачиваться за нее. Лос-Анджелес был флагманом их абсурдного материализма. Хераж себе. И пускай. Вскрой систему. Вскрывай, чувак. Они думают, мы что я хочу убить президента. Козел, а. Госпожа президент. Я уже миллион раз мог вас убить. Правда? Я хочу, чтобы вы это видели, знали. Тронами управляют не сгоить. Что? Сэр, мы больше ничего не можем сделать. Мы не в силах вернуть сегодня управление дронами. 2 миллиарда людей живут. Твою мать, он готовится к удару по Нью-Йорку. Надо его остановить! От войны. Да. Капец. Как же мы это сделаем? Какого хера? Госпожа президент. Он вызвал самоуничтожение дронов. Вы лишились своих военных зачем? Машин. Ваша армия парализована. Вам нас не остановить. Кардис Ди. Восстань, пока они еще не поднялись с колен. Ударь! Ударь! Изо всех! Так. Сил! Выходим. Окей. Сектор, мы обнаружили труп. Один из наших. Мы его забрали в форму. What the fuck? Вот козлина, а. Говорит группа 2. Пошли. По всему комплексу проходит серия взрывов. Это не наш. Он пытается уйти, отвлечь от себя внимание. Всем понятно, понятно, сейчас. Тихо, 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 тихо. Да ёб. Знаете, это как-то очень тяжело нам стало. Потому что еще и взрывы, и эпик, и все такое. Даже, знаете, весь пафос закончился у Димикса. Отлично. Нет, это уже не отлично. Здравствуйте. Припасов нету. Жопа. Блин. Да что такое? Погодите. Где ты? Спасибо, братан. Я тебя тоже люблю. А, фак.
Все рушится, друзья. Вы посмотрите. Все просто разрушается. Само разрушение какое-то у нас идет. И патронов еще мало. Ну ладно, патроны это не беда. Вот. Все рушится. Это очень даже неплохая такая беда. Так. Так. Шикарно. Блять! Граната, если что. Спасибо, братан. Прям необходим был, да? Вот того по башке мне дать. Фак. Ю. Нига. Пролетели. Нихера ж себе. Да вы чё, гоните, что ли? Охренеть, ну все, мы покатились. Вау. Ну охренеть теперь. Опа. Так-так-так. 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 Контроль точка. Ну чё, козел? Ай, косой, блядь. Не, я косой, друзья. Косой вообще. Пипец. Дубль 2, короче. Мы близимся к финалу, я чувствую. Так. Так-так-так. Раз. Давай-давай-давай-давай. Попал. На нахер. На, сука. Пока, друзья.